Принятие в 2011 году устава города, меняющего структуру, порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления города, было продиктовано сиюминутными интересами небольшой группы людей, осуществлялось без широкого открытого обсуждения, без учета мнений многочисленных экспертов. Введение нового устава в действие до истечения полномочий представительного органа, принявшего его, было сомнительно с правовой точки зрения и разрушительно с точки зрения организации управления городом. Это послужило началом цепной реакции правового нигилизма, безответственности и непрофессионализма в принятии управленческих решений. На территории городского поселения Сергиев Посад была нарушена статья 32 Конституции Российской Федерации, гарантирующая право граждан избирать и быть избранными, что вызвало волну возмущения горожан. Все это привело к ситуации, когда под сомнением находится легитимность городской власти и принимаемых ею решений. Эпидемия безответственности, стяжательства охватила не только властные структуры города, но и городские службы, муниципальные предприятия. В результате в запущенном состоянии оказалось все городское хозяйство. Сократился приток инвестиций в жизненно важные отрасли экономики города. Фактически прекратилась работа над ранее начатыми проектами. Долги предприятий города за энергоносители на 30 мая 2012 года составили более 500 миллионов рублей, что превышает годовой бюджет города. Об уровне финансовой дисциплины в муниципальном секторе экономики говорит двухгодовая задолженность теплосети перед водоканалом. В крайне неудовлетворительном состоянии городские дороги, объекты благоустройства, газоны, скверы, дворы. Активное участие депутатов в размещении муниципального заказа, назначение их на руководящей должности в муниципальных предприятиях. Такие назначения получили более трети депутатов в действующем составе Совета. Наглядно говорят о коррупционном характере модели управления городом, созданной на основании устава 2011 года. Неорганизована работа по подготовке к юбилейным торжествам, посвященным 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Все это говорит о том, что городской совет депутатов оказался не в состоянии исполнять принятые на себя полномочия и не способен организовать конструктивное взаимодействие городского сообщества с целью преодоления правового, политического и хозяйственного кризиса. Городское собрание считает необходимым: первое, предложить городскому совету депутатов 1.1 отменить действие устава города, принятого в 2011 году, в связи с отменой его государственной регистрации. Второе. Принять решение о том, что до принятия новой редакции устава действующим является устав 2006 года в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Московской области. Назначить всенародные выборы главы города в соответствии с уставом 2006 года. В случае непринятия совета решения по определению ситуации в городе в соответствии с законодательством Российской Федерации инициирует проведение городского референдума по принятию нового устава города и голосование по отзыву всех депутатов городского совета. На период до принятия нового устава города создать постоянно действующий общественный наблюдательный совет за деятельность органов местного самоуправления города. Создать совместную комиссию городского совета, администрации города, представителей общественности для разработки антикризисной программы. Обратиться к губернатору Московской области Шойгу Сергею Кожугетовичу с просьбой об оказании правовой и организационной поддержки городскому поселению Сергиев Посад по выходу из политико-правового кризиса. Довести материалы данного собрания до сведения средств массовой информации Сергиев Посадского района. Предложить городскому совету депутатов, коллегии администрации рассмотреть материалы данного городского собрания на совместном заседании.